Вежливость. Хорошо это или плохо? Ну, безусловно, хорошо. Но только на первый взгляд. Значит, вот с плюсами вежливости должно быть все понятно. Потому что вежливость – это вообще хорошее воспитание, это нравственный императив, это вообще, в общем, все супер. Soft skill, я бы даже сказал, социального взаимодействия. Но есть у вежливости и минусы. Вежливому человеку сложно отказать, когда это нужно сделать. Ему сложно отстоять свои позиции, часто бывает, потому что сторона, с которой он находится в дискуссии, вежливость воспринимает как слабость. Поэтому на самом деле вежливость – это, конечно, очень хорошо, но вы должны всегда понимать, с кем вы имеете дело. И часто задача состоит в том, чтобы, понимая это, научиться быть как бы культурным, не обязательно, но не обязательно слишком вежливым. Вот. Вот такая драматургия с вежливостью. А вы как думаете, надо быть вежливым? Я стараюсь. Поделитесь в комментариях.